Мастер снятия с креста Фигдера был назван Максом Фридландером в честь австрийского банкира и коллекционера Альберта Фигдера за принадлежавший ему алтарный образ, разрушенный в 1945 году во время Второй мировой войны. Этого художника иногда также называют мастером мученичества Святой Люции, которое находится в коллекции Рейхсмюзеума Амстердама. На картине изображены сцены из жития Святой Люции. Ее мать Евтихия хотела выдать дочь замуж, но Люция принесла обет безбрачия и не согласилась на помолвку. Со временем ее мать согласилась с обетом дочери, и отвергнутый жених возбудил против христианки и Люции жестокое преследование. Судья Сиракуз Пасхази хотел отдать ее в публичный дом, но ни повозка, запряженная быками, ни тысяча мужчин не могли сдвинуть Люцию с места. После разнообразных пыток и чудес она была убита ударом меча.
Другие легенды сообщают о том, что ей вырвали глаза. Изначально эта панель была обратной стороной снятия с креста, ранее находившейся в музее кайзера Фридриха. По стилистическим соображениям художника называли псевдо-Гертген или учеником Гертгена Тотсиньянса, и, вероятно, он работал в Харлеме.